Доброе утро, дорогие наши телезрители. Привет, Зарина. Вот я уверен, что у каждого в доме возникает вопрос. А что приготовить? Чем удивить члена своей семьи? И вот сегодня с Эдуардом мы посоветуем, что же приготовить вкусненько. Эдуард, доброе утро. Доброе утро. Что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня приготовим с вами салат «Цезарь». Таким образом, отрываешь листики и такими вот крупными. Кусочками? Крупными, да, все, вот так вот. Этим временем я обжарю куриное филе. Так, отлично. Тем временем вы уже куриное филе, да, куриное обжариваем. Филе обжариваем. На масле? На масле. Так, отлично. Ждем, у нас уже кульминация, как бы курица и бекон. Так, мы должны сейчас я сниму курицу, я ее обжарю, чтобы она была сочная, не до самого конца здесь. Я сниму, заверну ее в фольгу, так. И тем временем, пока мы будем обжаривать бекон, она сама по себе дойдет, потому вот что температура у нее еще будет. Да. Так, тем временем у нас вот красивая тарелочка. Мало того, вкусно приготовить, еще и вкусно подать. Да, чтобы это было чтобы ярко. Не только желудком, но и глазами. Да, в первую очередь. Так, ну а теперь будем томить, значит, курицу в фольге. Да? Она будет там дальше сама доходить. Будет? Да, она будет сама доходить. Мы ее так завернем. Быстренько, чтобы не остыло. Вот так вот. И кинем на сковородку бекон. Бекон надо тоже обжарить. Теперь мы берем часть пармезана, сразу, чтобы замешать, чтобы, потому что многие делают ошибку, посыпают это блюдо просто сверху пармезаном. Да. Но это должен быть изнутри. Да, важен вкус изнутри. Хорошо. Все размешать уже, да? Да. И вот так вот раз ложечку и два размешивай. Давайте. Я так чувствую, курица уже дошла. Должна. Мы сейчас как раз это проверим. Давай. Как понять, что она дошла или нет? Я, например, пальцем понимаю, что мясо готово. Куриное филе я нарежу под углом. Видите, это у нас курочка сочненькая, сок с ней идет. Приступим к выкладке. Давайте. Ну-ка, покажите. Ставим посередине. Позвольте, я буду вам выкладывать. Давай. Вы мне только говорите. Руководствительно. Так. Так. Понеслась. Ложка. Так. Выкладываем часть салата. Аккуратненько, да? Да. Посерединочке. Так. Эдуард, давайте пробовать. Давайте. Ну, кто будет первый, будем решать. Камень, ножницы, бумаги? Не вопрос. Давайте. Раз, два, три. Раз, два, три. Я сегодня первый. Держите. Спасибо. Я в качестве победителя начну. Итак, ну, борщик, яйцо, яичко. Вот, я думаю, в принципе, достаточно. Вот это вкусно.
А я взял еще с беконом сейчас. Ну что ж, уважаемые телезрители, если приготовить это блюдо дома, как минимум удивите своих членов семьи. А рецепт очень простой, главное найти нужные ингредиенты. Ну что, конечно, не совсем легко, но я надеюсь, самые гурманы, которые любят готовить интересное блюдо, у них это получится. Ну что ж, уважаемые телезрители, готовьте вместе с нами. Всем желаем приятного аппетита, яркого продолжения дня. Зарина, передаю зрителям свои надежные, женские, ласковые руки. Ну, а мы продолжим дальше. Эдуард, да? Прошу, всем хорошего дня. Хорошего дня.